jest jakby z mikrofonu. Ja po prostu nie robię. Chciałbym sobie zaciski kury wurst. To kanin совсем. Настоящий. Они типа вегетарианские. Выглядит вот так. Вообще мяса нет, я так понимаю. Мяса нет. Я попросил острый, не думаю, что будет острый. Но это вообще прям огниво. Вкусно. Цена удовольствия 2,50. У них уже полуфабрикаты заготовленные. Бросили. Печку поджарили. И все. Я даже не знаю, что здесь. Какое содержание. Вкусно. Ну, конечно, обычно сосиска вкуснее, но я решил попробовать. Обычную можно всегда купить, а вот такую мне всегда. А здесь кафешка находится прям меньше, чем в 100 метрах от чекпоинт Чарли. Все горит. Вот вы можете видеть. Такая фигня. Типа корочки. Типа хлебный какой-то, наверное. Чем-то омлет. Омлет напоминает. Но не совсем. Ну вот вы можете слышать немножко речь. Кто знает, может переводить. Внизу. Перекус хороший. Ой. Реально все горит, горит просто. Прогревает. Я сейчас пил кофе в другом месте. Лучше бы сразу сюда пришел. Сегодня воскресенье. Все, много чего работает, поэтому можно не париться. По поводу хавки. Все кафешки минимум до 6 работают. Тут недалеко есть магазин сувениров. Я купил 3 открытки по 50 центов. А в Берлин-Молл, это же магазин, продают эти же открытки за 60. Экономно. Сэкономили плохое время на поиске еще сувениров каких-нибудь. Язык не поранил, сопли текут, все прям горит. Вот. Так что все, короткий перекус. Атмосферная история.